КСК еще будет работать до 1 июля 2023 года. Такие изменения рассматриваются в новом законопроекте. С чем это связано и на что повлияет, расскажем далее. Более 53% жителей нашего региона уже перешли на новую форму управления жилищным хозяйством. С переходом на ОСИ появилась возможность проследить поток денежных средств. Если говорить по городам, то у нас в городе Павлодаре подлежат переходу на новую форму управления 1264 домов. Из них у нас уже 672 дома перешли на новую форму управления. В Витебастузе 334 дома перешли и в Аксу 131. И в совокупно это общее число 53%. КСК прекратит работу полностью, когда большая часть населения Павлодарской области выберет другую форму управления – ОСИ или простое товарищество. Евгения Мягченко, Алексей Мехедов, Иртыс-Акпарат.